Ваня Фокин, спасенный из-под завала в Магнитогорске, стал дышать самостоятельно. Врачи называют его состояние стабильным. Об этом заявил официальный представитель Минздрава Максим Радецкий. С момента экстренной эвакуации Вани Фокина прошло уже 4 суток. Все это время малыш находится под круглосуточным наблюдением ведущих специалистов Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, то есть он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме.